сорт острого перца Аджи Эквадориан Ред. Переводится как перец эквадорский красный. Это вот такие вот стрючки красного цвета. Такие чем-то напоминают немножко колокольчики. Вот. Созревает он от зеленого цвета. Вот такого вот. И до красного. Вот такие стрючки интересные. Посмотрите. Куст довольно раскидистый. Вот с такими вот стрючками. Срок созревания такого перца от 100 до 120 дней. Высота куста может быть от 70 сантиметров до 1,20 м. Сорт слабоострый. Острота у него от 3 до 5 тысяч скобелей. Вкус у этих плодов фруктовый. Очень насыщенный, очень вкусный. Острая мякоть с непродолжительной остротой. Такие вот красавцы. Посмотрите, какой. Очень интересный сорт. Этот сорт очень урожайный. Он дает большие урожаи. С одного куста можно собрать до 200 вот таких вот перчинок. Перчинки не очень крупные, но плоть у них очень плотная. Они сочные. Очень хороший, очень интересный сорт, ребят. Советую всем такой сорт выращивать у себя дома. Его также можно выращивать у себя на подоконнике. Можно выращивать в открытом грунте. Ну и в теплицах. Соответственно, в теплицах урожай будет гораздо выше. Ну, хотя у меня в открытом грунте тоже урожай не маленький. Очень-очень много плодов.